Итак, 4-й международный фестиваль восточной культуры и музыки «Руми-фест» пройдет в нашем городе с 29 сентября по 1 октября. И представляем вам участников-организаторов этого фестиваля Инесса Гайделы, а также Андрей Саликов. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, какие мероприятия следует обязательно посетить? Мы приглашаем посетить абсолютно все мероприятия. На самом деле фестиваль уже начался 18 августа. В этом году мы расширили фестиваль. Он начался с выставки каллиграфии. И сейчас уже приближается фестиваль восточной музыки, который будет состоять из трех концертов. Первый концерт будет концерт турецкого исполнителя Латифа Балата в Доме латышского общества в Золотом зале. Второй концерт у нас будет концерт иранской музыки 30 сентября. И 1 октября будет выступать наш замечательный Иго. Ну давайте остановимся на артистах. Латиф Балат, что из себя представляет для наших телезрителей, кто не знает? Латиф Балат, он является знатоком восточного искусства, а также поэзии именно турецких мастеров, мировых мастеров, а также он глубоко исследовал поэзию Руми, вот в честь которого, в общем-то, и проходит наш фестиваль. В этом году Латиф нас удивит не только музыкой, он также будет читать лекции в Латвийском университете, который будет сопровождаться слайд-шоу. Тематика «История». Руми, это имя уже прозвучало, судя по всему, оно говорит нам и о названии фестиваля, что не зря фестиваль называется «Руми-фест». Вот расскажите, может быть, еще раз нам и нашим телезрителям, вот как произошло это название, почему «Руми-фест» объединяет в себе два слова таких, одно как бы относится к западной культуре, другое к восточной. Ну, фестиваль «Руми-фест», он посвящен Руми. И один из концертов 29 числа, он будет как раз в день рождения Руми. Руми – это поэт, мыслитель, философ, чье учение не стареет вот уже 7 веков. Это величайший восточный мудрец, суфий. И 29 числа будет концерт из персидской музыки. Там будут две персидские группы. Одна из них Тани Тотан. 30-го. А вторая группа Ахура Бенд. И это вот Ахура Ансамбль будет сюрпризом для нашего слушателя, потому что мы получили ее, заполучили вот в Латвию с превеликим трудом. Ее нет даже в программе фестиваля, потому что то, что они приедут, стало для нас известно вот в самые последние дни. Это будет изюминка нашего фестиваля. А что послужило согласию этих артистов для того, чтобы приехать в нашу страну? Вообще вот гости из Ирана, уже прозвучал, ну, Турция. Вот они вообще знают о нашей стране? Что заставляет их к нам приехать? Несмотря на то, что у нас страна маленькая, но мы очень музыкальные, и, наверное, вот желание познать что-то новое на Востоке присутствует так же, как и у нас, познакомиться с новой культурой где-то вне страны. Поэтому это, скорее всего, что это просто притяжение, интерес к взаимодействию с новыми культурами. Ну вот что увидят приехавшие гости здесь у нас? Они увидят наше понимание и
наше ощущение восточной культуры глазами европейцев, или все-таки мы сможем тоже познакомить их и с европейской, с латвийской культурой в том числе? Вот будет ли происходить какой-то вот подобный обмен культурным опытом? Конечно. Мы бы очень этого хотели. Мы бы очень хотели бы представить зрителям сердце Востока, то есть те люди, которые приезжают, они живут этой культурой. Они привозят частичку своего родного сюда, чтобы можно было бы насладиться, получить эстетическое удовольствие от того искусства, которое они привозят. И мы делаем все от себя зависящее, чтобы порадовать зрителей, чтобы зритель получил самые приятные впечатления. А также, конечно, в нашем фестивале каждый год участвует обязательно представитель нашей любимой страны. И в данном случае в этом году будет Родриго. Ну вот хотелось бы как раз поговорить о нашем исполнителе, об Иго. Да. Все-таки это эстрадный певец, такой, ну, поп-рок, музыка можно назвать, эстрада все-таки это. Вот что он будет представлять на фестивале Руми Фест? Да, это тоже маленькая интрига. Он на самом деле очень многосторонний исполнитель. Он поет не только поп-музыку и рок-музыку, он также актер. Он занимается также художественными подделками, как оказывается. И он уже имел опыт выступления с восточными музыкантами, ему не чужда культура Востока. В этом году Иго обещал приготовить сюрприз зрителям. Не будем раскрывать его планов, поэтому ждем с нетерпением встречи со зрителями в Земельплазме 1 октября. Руми Фест – это возможность для латвийцев и для гостей не только услышать пение, не только увидеть восточные танцы, сходить на выставку, но также услышать звучание очень древних, аутентичных инструментов. По опыту прошлых лет, я помню, вы рассказывали о том, что были совершенно уникальные инструменты. Вот в этом году на что можно обратить внимание? Какой сюрприз вы приготовили в этом году? Ну вот хорошо, что вы упомянули, что мы не впервые в этой студии, и вы предыдущий вопрос был, вы спрашивали, что их тянет сюда, в Латвию, потому что этот фестиваль, он уже традиционный, он уже четвертый. Да, поэтому, конечно, со стороны восточных исполнителей есть интерес выступить у нас в Латвии, тем более, что у нас такая музыкальная республика. И, безусловно, изюминкой этого фестиваля является аутентичность инструментов. Эти инструменты традиционные, и музыка, которая звучит на фестивале, она традиционная. То есть традиционная персидская, традиционная турецкая. А вот как приезжие гости, артисты, именно жители Востока оценивают представителей, артистов именно из Латвии, когда они показывают свое видение и понимание восточной культуры? Вот как оценивается наш уровень владения восточной культурой глазами именно непосредственно носителей этой культуры? Насколько мы продвинуты в восточном деле? Вы знаете, наверное, они не совсем оценивают это. Они скорее наслаждаются взаимодействием с людьми другой культуры и пытаются немножечко показать частичку Востока. Наверное, так. Да, мне тоже кажется, что нет межи между... Это только в нашем представлении есть такая огромная разница и между этими культурами. А когда встречаются музыканты, они взаимодействуют, они вместе играют. То есть и в прошлом году, если вы помните, вместе играли латвийские музыканты и восточные. И в этом году Иго готовится выступать вместе с персами. То есть они легко проникают друг в друга и взаимодействуют. То есть культура стирает всякие границы в очередной раз. Потому что музыка, она не имеет границ. Она же воздействует на что-то внутреннее в нас. Нам, возможно, тяжело было бы с ними договориться вербально, но на уровне музыки мы же легко слушаем и воспринимаем. Ну, вы уже сказали, что Руми Фест это не только музыкальный фестиваль, и в рамках этого фестиваля можно будет увидеть один древний ритуал. Церемония Семы, так это, по-моему, называется. Расскажите, вот расскажите, что это такое. Церемония Семы это
Сложно объясниться. Это мистический танец, это растворение в чем-то вечном. Это то, что, вы знаете, рассказать сложно. Возможно, вы видели кружащихся дервишей. Это и является ритуалом под названием сима. То есть увидеть этот ритуал, почувствовать особую энергетику, уникальный шанс предстоит у зрителей, которые придут на концерт 30 сентября, концерт иранской музыки. Это часть вот как раз наследия Руми, этот ритуал сима, это часть наследия ордена Мевлеви, ордена кружащихся дервишей. И на концертах будут кружиться дервиши, которые всякий раз, когда смотришь на них, вводят нас в особое состояние, это пограничное такое состояние. Ты воспринимаешь музыку, весь этот поток древней культуры, и происходит взаимное распахивание зрителя и музыкантов. У меня, наверное, к каждому из вас такой более личный вопрос. Вот чем вам лично, вам, Инесса, лично вам, Андрей, интересна культура Востока, и как она в вашей жизни представлена, кроме организации, ежегодной организации этого международного фестиваля Руми Фест? Чем представлена культура Востока? Чем интересно? Мне лично близка эта культура, эти традиции, видение мира, уклад жизни. С одной стороны, это очень большая разница между восточными и западными людьми. С другой стороны, такой разницы нет, потому что ценности, они являются общими для всех. И, конечно, я стараюсь много времени, внимания уделять поездкам, которые мы... Паломничеству. Да, ежегодно мы посещаем места паломничества в Турции, где основан ордер Мевлеви, где есть мечеть Руми, и наслаждаемся культурой Востока непосредственно поездках на Восток. Андрей, ваше знакомство с культурой Востока и чем вас так привлекло? Ну, видите, вот этот фестиваль – это такая видимая, богатая или важная часть ежедневной жизни. После музыкальной части, о которой мы уже сказали, в конце месяца будет выставка в Доме конгрессов восточного искусства, живописи, каллиграфии. И вот эта вот жизнь, она у нас в Риге происходит постоянно. Да, этот вот ежегодный фестиваль, он такой громкий, важный. Но эти концерты, они происходят вот в ордене Мевлеви, в ордене кружащихся дервишей, они происходят постоянно. То есть приезжают музыканты из Индии, из Турции, только что выступали удивительные совершенно музыканты, кавали, это был великолепный совершенно концерт. Кроме этого, есть очень много всяких забот. Там и изучение тантры, там и изучение межличностных отношений, семейных отношений. Понимаете, невозможно, наверное, один раз в год познакомиться с культурой Востока. Это работа ежедневная, иногда она не является парадной. Это и кормление бедных, постоянное, еженедельное. Это помощь детскому дому, это помощь дому престарелых. Это все вот делает это восточное общество, которое находится у нас в Риге. Межличностные отношения, семейные отношения. Чему восточная культура, восточные традиции вообще могли бы научить европейское общество? Вот лично для вас, Андрей, как вы думаете? Чему нам стоило бы поучиться? Видите, учение Руми, оно ставит отношения между нами, отношения друг с другом, отношения в семье во главу угла. Это главное. Один из гениев, с которым нам удавалось
удалось увидеться в Турции, он вообще говорил, что наше отношение к Богу – это наше отношение к жене. Если у нас хорошее отношение с женой, значит, у нас хорошее отношение с Богом. То есть вовсе не важно, сколько и как часто вы молитесь. Важно, какие вы в семье, как ваши отношения складываются у вас на работе или в группе, с друзьями. Вот об этом учение Руми, оно очень интересное, очень тонкое, вот как каллиграфия, такая удивительная, многогранная, объемная вязь. Ну что же, напоминаем нашим телезрителям, что фестиваль, международный фестиваль восточной культуры и музыки Руми Фест будет проходить в нашем городе с 29 сентября по 1 октября. Обязательно приходите и посмотрите сами. Инесса Гайдала, Андрей Саликов, благодарим вас. Организаторы фестиваля были сегодня у нас в гостях. Если что-то не запомнили или что-то забыли, все можно посмотреть на страничке фестиваля Руми Фест ЛВ.